Всем привет! Сейчас будет видео о нашей прогулочке по зоопарку Лимпопо, который находится в Нижнем Новгороде. Ходили мы туда в субботу. Был, конечно, дождливый такой день, но прогулочка у нас получилась очень приятная. Нисколько не пожалели, что пошли в дождик куда-то гулять, не сидели дома. В общем, было все замечательно. Зоопарк у нас очень зеленый, очень уютный. Животные там ухожены. Есть там и аттракционы у нас, и есть где прогуляться. Поэтому, кому интересно такое видео, пожалуйста, пойдемте со мной. Всем приятного просмотра. Видео получилось у меня длинным, и, наверное, я его разобью где-то на 2 или на 3. Так что набирайтесь терпения. Наливайте себе кофе. Всем пока. А вот смотри, да, какой белый. А вот смотри, красивый. О, да? Белая сова, видишь? Да. Потрогал ее дедушку за хвост. Смотри, смотри, девочка. Ах, она возмутилась. Ать. Ать, зато бабушка ее лицо видит. Лицо. Мордочку с клювиком. Сова, сова. Вот она. У нее голова по кругу крутится туда-сюда. Как на шарнирах. Вон еще внизу сова сидит. Да, смотрите, острая. Куда? Грибы. Вообще спит в песке. Какие чайки? Вон здесь игрушки продают, видишь? Игрушки, да, пойдемте туда. Да. Игрушки, игрушки. Дим, помаши ручкой, скажи всем привет. Всем привет. Молодец. Дедушка, а ты скажи всем привет. А? Слышишь? А, скажи всем привет. Ну, конечно, всем привет. Ну вот. Привет. Еще раз, да, Дим? Еще раз скажи, Дим. Ну-ка в камеру. Скажи Дим, всем привет. Ну, давай вместе с тобой. Давайте скажем. Вместе. Давай. Всем привет. Всем привет. А, молодцы. Пойдемте теперь дальше. Теперь во вторую часть у нас, да? Вторая часть зоопарка. Здесь вот паровозик. Смотри. Поезд. Да, детский поезд. Я люди. А? Люди. Не хочешь на поезде? Нет. Нет? Мы пойдем посмотрим там эти козы, парашки, да? Там же медведь еще надо. Да? Не хочешь, так не хочешь. А вон, Дима, а вон колобок. Дим, смотри, твой колобок. Видишь? Колобок, около которого ты фотографировался в прошлый раз. Колобок. Вот какой колобок. Большой. Нос. Нос ему и почистили, да? Молодцы, пойдемте дальше. О, вторая часть зоопарка. Здесь аттракционы. Различные аттракционы у нас. Такие клены красивые растут. Вперед. Дима, смотри, видишь, какие? Крылья. А вот крокодил.
смотри, мёд. Как будто живой. Слушай, а что-то этих павлинов-то не видно? Или они где-нибудь сидят? А, вон там, наверное, надо обязательно посмотреть. Ой, съел машину. Ой, крокодил съел машину. Ой, какой ужас. Дима, а кто ж плакать будет по машине? Вытаскивай машину из пасти крокодила, пойдем. Вон, вон, смотри, какие. Это кто, грифы, что ли, или кто это? Ворон обыкновенный. Ворон самый главный здесь. Да? И ворон сидит, и грифы, да. О, какие здоровые. Какая у них башня. У них все здесь здорово, классно устроено. Дерево, где они сидят. Вот и там целая башня, где они живут. Пойдемте дальше. Меня уже убежали. Пока я снимала этих грифов, они уже убежали. Сидит, что ли? Ох, здесь империя инков. Елочки, все так красиво. А сейчас нам надо заходить туда, в здание. Здесь вот у них они гуляют, здесь ягуар, бассейн. А сам он находится внутри. Вошли мы внутрь. Здесь... А это куда? Вот это пума, да? Да. Вон они там лежат, греются. На улицу не выходят. Конечно, здесь им хорошо. Вот они здесь в помещении находятся. Все у них как-то здесь оборудовано. Так. Здесь уже такой полумрак. Здесь неизвестно, кто игуана зеленая. Даже эту игуану и не видно, где она. А, вон там какая-то маленькая обезьянка сидит. Посмотри, какие вон маленькие здесь сидят. Видишь, беленькие? Маленькие обезьянки. А вот птички у них, смотри, живут птички. Видишь, птички? Ой, игуана, вот она. Кожа пушистая. Сейчас. А вот какая здесь. У нее тут целый бассейн. Как они называются здесь? Агути. А там мартышки. Удав, это удав, да, змея. Уходит в машину, зверяка. Да, машину, да. Спит. Ой, какие эти. Японский перепел. Но тут почему-то мартышки какие-то сидят. Ой, какие страшные, как... Какие-то пупосы. Ой, здесь такие мартышки вообще смешные. Ну, Димуль, а можно посидеть на нем? На удаве. Вы уже устали, присели отдохнуть? Нет, на удаве просто мы хотим посидеть на удаве, да? А вот смотри, какой попугай. Попугай красавец. Попугай красавец, да. Ой, какой там лежит ягуар. Ягуар, да. А вот посмотри, какие животные там бегают. Внизу. Красивый какой. А у него здесь какая красота. Да. Все чисто. Очень у нас хорошо следят за животными. Все чисто. Сюда. Сюда, да, открываем. Вот здесь какие-то. Выходим. Морская свинка. Ой, и попугай. Вот такой красивый, большой попугай. Ух. Летает.
Вот. Вот столб стоит, а слева от столба снежный лежит. Снежный барс, вон он там. Он как снег белый лежит. Видишь белое пятно? Да. Он не белый, он такой... Серый. Серый. О, он белый. Спит. О, да. Вот, я тебе дай подниму. Барс. Вот, вот сюда ножки поставь. Вот. Он, видишь, где он лежит? Видишь, он? Да. Под бревнышком лежит. Вон. Да. Вот этот? Да, это снежный барс. А вот у него мяч баскетбольный, видишь? Тоже как еще. У него здесь хорошо. Полянка. Спасибо. Травка. Дальше, конечно, маленький. Крыша. Ой, Мариш, вон он ходит. Там, кто там? Павлин, да? Павлин, да. Ага, о, белый павлин. Пойдемте посмотрим на него. Сюда. Сюда. Идем. Ой, вот там не один павлин. Он один сидит наверху. Вот помню, мы в Одессе ходили в зоопарк. Ой, как там все за животными вообще, видимо, не ухаживают. Все обгажено. Здесь-то, и, конечно... Да, и павлины, мухи, все эти хвосты у них обглоданные были. А у нас здесь вообще, вообще следят. И павлины такие... Вон, какие у них хвосты. Красавец. Они просто так здесь ходят, летают. Смотри, прям ручные почти они стали, эти павлины. Они уже привыкли к людям, вообще ходят, летают. Ой, какой красавец. Ну, распусти свой хвостик, покажи нам хвостик. Не хочет. Давайте еще того павлина посмотрим. Вон сидит. Ну, конечно, вон он сидит. Смотри, какой красавец. Или красавица с таким хохолком, как корона. А, вот, хвост, ой, вообще, как у невесты платье. О, какой красивый. И вот они у нас здесь летают, ходят, где хотят. Вот обезьяны как кричат. Ох, я не могу. Ой, осторожно, вот обезьяны да. Кусаются. Ну, уж предупредили нас. Они не только кусаются, еще орут на весь зоопарк. Орут-то ладно. Орут, ладно. Димочка, пошли, пошли, пошли туда, пошли. А то мы с пути. Вон она, видишь, подкоп делает, хочет, наверное, сбежать. Да-да, на родину. На родину, да. Кто там, попугаи, да? Угу. И здесь вот так красиво. А вон лама, Дима. Вон лама. Лама. Попугай. Сидит, воздухом дышит на окошечке. Сейчас иду, иду, Димоль, сейчас иду. Бегу ламу смотреть. Ох. Ламы, семейство лам. Фу, как пахнет у них здесь. Еще дождем-то намочил от шерсти. Каменные у нас человечки стоят. А их не было. Как это не было? Были, да, да что, конечно, были. Вон павлин сейчас хвост распустит. Ой, распустил уже. Уже распустил почти хвост. Нет, опять. Сейчас пойдем, Дима. Вон павлин хвост распустил, Димуля. Ну нет, опять что-то он раздумал. Раздумал хвост свой распускать. О, вот, распускает хвост павлин.
Что-то не хочет больше. Ой, какой красивый хвост. Как красиво здесь сделали стены. Здесь какие, какая у них стрижка. Здесь тоже такой уголок уютный. Здесь рыбки. Здесь печки сделаны. В виде фонтана. Маленькие утятки. Ох, какие забавные. Малышки, комочки пушистенькие. Подожди, бабушка дрессирует того оленя с рогами. Какие огромные рога-то у него. Спасибо, бабочка! Какие большие рога. Спасибо, так, здесь у нас кубанский тур. О, какой тур кубанский. И как у них здесь все классно сделано. Это тур, кубанский тур. Как козел, короче. Не местный. Не местный, да. Ты не местный козел. Не местный козел. Ой, не местный. Там какой. Как у них все сделано здорово, как в природе. Прям есть день попрыгать. И везде у нас вороны. И у орлов, и у козлов. По ворону всем. Вот. Матвей, не подходи. Матвей, не подходи. Ликаны клюются. А что они хотят? Клюнуть тебя хотят. Да. А ты ж не вас будешь. Ну, лади. Я видела уже этих утят. Я там была. А вы уже туда ходили? Васень, туда ходили уже? Дима! Помаши ручкой бабе. Дима! Не
Вот у нас такой тут леший сделали. Металлический. Такая скамеечка красивая. Я иду, иду, я же снимаю, смотрите. Потом, Димуля, будешь же видео смотреть, потом, да? Как ты ходил в зоопарк. А вот наше кенгуру знаменательное, да? Дима, сейчас он не испугается, это кенгуру, и сфотографируется. И сфотографируется около кенгуру. Он, дедушка, как на качель качается, здорово. Димуля. Иди-ка к деде. Ох, как он. А птицы-то как поют, да? Да. Ой, заливаются. Соловей. Это соловей, по-моему, да. Соловей. Да, соловьев я еще не слышала в этом году. Соловей заливается. Вот кенгуру. Вон а у нее какой карман. А кто говорил, что бояться не буду? А? Ну, тогда вы ну хорошо. Девочка. Смотри, сейчас сюда. Деда, смотри, смотри. Сюда. И ничего страшного. Сюда. Там видишь, как сюда домик. Дойти. Там как домик, смотри, там камушки. Иди сюда. Вон. Ты же на горке катаешься, когда иди. Лазишь вот так по горке. Это то же самое. Нет. Все понятно. Все-таки мы боимся туда залезть. Кенгуру в карман. Ну надо соловей, как поют, а? Ой, вообще. Это аист, да, Вася? А? Это аист или журавль? Черный аист. Черный аист? А не журавль? Нигде не написано. Видимо, аист. Конечно, можно забраться наверх, а потом спуститься по лестнице вниз, если ты хочешь. Да, горка сейчас сырая, Димочка, не надо. Брюки грязные, попа будет мокрая. Он идет. Вот павлин опять идет. Давай, давай, поднимайся, поднимайся. Поднимайся. Важный. Поднимайся, чудо. Ну и чего, он хочет прокатиться? Нет, кататься не надо, нет, горка вся сырая. Сюда, фотографируй, смотри, как красивый парень стоит. Вот, смотри. У них здесь кормушка у них, у этих павлинов. Видишь, он там кушает. Вот они ходят где хотят. Опять дождь. Да что же это такое? Дим, пойдем, капюшончик надо надеть. Дим, смотри, девочка в это кенгуру залезла в карман. Видишь, и не боится. Ты же боишься всего. И не плачет. Смотри. Вон она в кармане сидит. Смотри-ка, и не боится, потому что ничего страшного нет в этом. Пойдем, мальчик в желтых брюках, пойдем дальше. Побежали. Трусишка, зайка серенький. А вот белый аист. Так слушай, а где написано, что это аист, я не вижу. Там было. Было написано. А вот смотри, на одной ножке стоит. Да, он клюв спрятал и спит. Он спит. Это как цапля. Здесь. Ну. Ой-ой-ой. Пойдем, пойдем. Да? Пойдем. Да. Там топо. Туда. Туда пойдем. Туда пойдем. Мы уже были здесь. Пойдем по правой стороне. Хочется посмотреть.
посмотри меня, пока не убежал. Дима, так зайди, мальчик, фотографируй. О, какая пума, видишь, она здорово как. Она хочет играть мячик. Хочет мячик играть? Может быть. А может, она искупаться хочет? Да. Может быть. Сейчас мы посмотрим, что она будет делать дальше. Ой, смотри, смотри, полезла она в воду. И попить. Она попить, наверное, захотела. Надеюсь, что они упали в воду. Да, потому что кошки боятся воды. Ну да. Угу. Она еще на камни хватит, а там мячик. Да. Все, обиделась, ушла. Так, а где у нас дальше? Вот по правой стороне. Да, да, да. Пойдем. Сейчас там тоже будет интересно. Зубами щелк. Щелк. Зубами щелк. Видишь, он спрятался. Вон он там спрятался. Боится дождя. Злой, а боится дождя. Видишь, он сидит. Да, сидит там ему. А вон он лежит еще один. Видишь, вон он лежит. Один под дождем мокнет, другой сидит в домике. Наверное, по очереди они там греются. Вот, посмотри, посмотри. Видишь, вон он, волк. Дим, сюда. Вон, посмотри. Видишь, волк? Это волк. Волк, серый-серый волк. Серый волк, зубами щелк. Сейчас там у нас еще должен быть медведь и тигр был. Надо сейчас посмотрим. Да мы здесь не будем, конечно, если ты боишься, зачем мы будем кататься? Вон девочка маленькая и не боится, или мальчик там маленький, не боятся, а ты боишься. Ну так мы же тебя не заставляем кататься, конечно, пойдем. Самолетом. И поезд. Смотри, как интересно. А ты иди посмотри, как там интересно. Подойди поближе. Ну, пойдем на самолет сядем. Пойдем? Да. Да пойдем поближе, посмотришь хотя бы. Ну все, бабушка, пошли.